Снова здравствуйте, уважаемые любители хорошего и качественного звука. Ну что, догадались, да, догадались, почему у меня такая рожа довольная, да? Ну, как вот в кои-то веке сам король рок-н-ролла России, да, Денис Мажуков приехал ко мне в гости. И поверьте, повод к этому более чем весомый. Я с большим удовольствием предоставлю слово Денису. Но перед этим скажу, что я уже на сегодняшний день, вы знаете, да, мою страсть к катушечному делу, обладатель 3 альбомов Дениса Мажукова, вышедших за последние годы на ленте, а теперь я стану обладателем еще и замечательной виниловой пластинки. Ну, а вот об этой виниловой пластинке и, собственно говоря, о том, как это все зародилось, как это получилось, кто в этом принимал участие, я думаю, Денис, попрошу рассказать лучше тебя. Хотя я там был при записи, как ты помнишь, да. Да, да. Ну, во-первых, всем здравствуйте, я всех приветствую. Действительно, у меня, у нас всех, непосредственно всех тех, кто принимал участие в создании этого альбома, большая радость, вышла виниловая пластинка, вот она. Значит, здесь такая абстрактная девушка, называется она «Просто для тебя». Здесь вот такие сзади птички летают, пластинка с разворотом, сейчас покажу, вот с таким вот, да. Вот здесь фотоколлаж, большинство фотографий со студийного процесса. Вот. Писались замечательные музыканты. Преимущественно мой коллектив. Барабаны. Это Сергей Арнаутов. Вот он у нас здесь на барабанах играет, сидит. Гитарист Евгений Кудряшов. Контрабасист Алексей Фетисов. Также с нами специальным гостем был Михаил Клягин, потрясающий музыкант, очень известный в музыкальных кругах. Собственно, и получился такой альбомчик. Это, в общем-то, музыка без слов, инструментальная, так сказать. Здесь несколько жанров присутствует. Достаточно такой, ну, я бы сказал, уникальный альбом. Уникальный, начиная с обложки, потому что она ни на что не похожа. Она была не случайно выбрана. И способствовал, значит, здесь во многом знаменитый человек на всю страну Дмитрий Константинович Киселев. Вот, он является как бы продюсером проекта, естественно, и здесь просто такая команда собрана, что просто, ну, бомба просто. Вот, и один из лучших фотографов страны, Шухрат Юлдашев, и, значит, принял участие в создании мой директор и лидер просто крутейшей компании «Империя музыки» Табриз Шахиди. В общем, кстати, студия, да, ну, студия уже сколько раз упомянутая, да. Миша Мамонова, Smart Audio. Звукорежиссер прекрасный, звукорежиссер, Артем Сунцов, конечно. Артем, да, то есть, ну, мощно, мощно. Я, честно признаюсь, более-менее доволен музыкой, исполнением, всем вместе, так сказать. Потому что это бывает очень редко, когда всегда как-то критично относишься. Ну, я так, конечно, местами. Но всегда можно сделать лучше. Это мой такой какой-то вечно недосягаемый критерий. Но в целом очень неплохо. Мне на самом деле нравится. Удалась задумка. Вот здесь и мои собственные есть произведения, и есть, значит, папину моего отца произведение здесь мы сыграли под названием «Жду». Это Людмила Гурченко исполняла в фильме «Любимая женщина-механика» Гаврилова. Вот, в знаменитом фильме когда-то. Да, и здесь есть и буги-вуги, и просто какие-то такие околоджазовые стандарты даже. И, в общем-то, единственное, что здесь нет, это рок-н-ролл. Ну да.
не знаю, не считал, сколько у меня альбомов за всю свою жизнь я выпустил, но гораздо более, чем 10. И, значит, везде, естественно, рок-н-ролл. А здесь вот я решил немножко сделать такое отклонение, немножко расширить горизонт. И получилось то, что получилось. И, надеюсь, те, кто приобретут, кому достанется эта пластинка, прослушав ее, получат удовольствие. Ну, что я могу добавить со своей стороны? Я этот альбом прослушал уже, со счета сбился, какое количество раз. Ну, если ты его столько раз прослушал, значит... Ну, ты правильно сказал. Я тут человек достаточно такой жесткий, да, относительно критериев качества. Ну, ты критик. Как это ты звучит? Критик. Ты музыкальный критик. Критик, это, может быть, слишком сильно сказано. Но да, я предъявляю, может быть, иногда избыточные требования к качеству записи, но вот эта запись, которая есть у меня вот здесь, вот она установлена на Ампексе, и запись, которая сделана на виниле, они, конечно, потрясающие. И я могу сказать, что потрясающие они не только потому, что запись производилась на студии Smart Audio, хотя и это весомая часть. А вот, как Денис сказал, здесь очень-очень-очень высокопрофессиональные музыканты. И я позволю себе напомнить, что альбом-то писался сразу в стерео. Сразу, стерео, без наложения, микса. Без всего, да, и на ленту, это важно. На ленту, да, а писать сразу в стерео, да, могут, писаться, вернее, сразу в стерео, могут только профессионалы высшего качества, высшего уровня. Ну, если я что-то недосказал, дополни, Денис. Ну, на самом деле, действительно, сразу писаться, и чтобы это не превращалось в какую-то совершенно абсурдную историю, когда 585 тысяч дублей, и все уже устали, и в таком-то такте этот мимо сыграл и так далее. Здесь подправили в следующем дубле, значит, в конце кто-то там мимо. А давайте опять переписывать. Ну, то есть, бывает... Такое нередко, если за дело берутся, ну, мягко говоря, не вполне опытные музыканты. И здесь, конечно, опыт колоссально важен, как и все остальное. Но сильная, сильная команда, причем и административный ресурс, и студийный, и главным образом, мы же тут же музыка в основе, и музыканты, конечно. Конечно, конечно, музыканты. Горжусь. Ну и дополню по содержанию. Вот недавно был маленький мой репортаж с Мишей Мамоновым с выставки, где, кстати, тоже он говорил об этом альбоме. Я с ним абсолютно согласен. Денис, ты открылся не только нам с Мишей, ты всем открылся вот благодаря вот этому альбому. Раскрылся. С другой стороны, да, с другой стороны. Потому что все привыкли, что Денис – это огонь, это драйв. Thank you.
рок-н-ролл, это буги-вуги. А тут на тебе, это... еще и музыка, оказывается. Тут еще и музыка. Еще и музыка, еще какая музыка. А самое главное, как она сыграна. Как она сыграна. Прекрасное исполнение на рояле. Денис, ну, что сказать. Все будут, наверное, интересоваться, как же вот это заполучить. Ну, прежде всего, конечно, реализуем на концертах. На концертах. Пока да. На концертах. На концертах. Потом, значит, насколько я знаю, все это произошло изначально благодаря моему другу и где-то местами ученику по фортепиано Мише Титову. Это была его идея как-то. Вот он... примерно около года назад говорит мне: слушай, у меня такая есть идея, я вот хочу, чтобы у тебя винил вышел. Я говорю: да ладно. Он говорит: ну да, прям хочу, готов, так сказать. И с этого все началось. Вот, конечная точка, вот она, результат, пластинка есть. Миша, ты молодец. И вот как раз-таки он что-то, может быть, на Авито там, по-моему, уже то ли повесил, то ли, значит, пластинку. Но это надо смотреть, искать. Где еще? Но я так думаю, что, допустим, если человек, желающий приобрести, находится далеко от Москвы достаточно, то, конечно, просто нужно... Значит, маякнуть, и мы организуем доставку. Вышлем, ну, то есть, да. Я это к тому, что диск, в общем-то, доступен к приобретению. Да, абсолютно. Да, и я уверен, доставит вам массу удовольствия от прослушивания. Что еще хотел мне лично подчеркнуть? Вот ты сказал, что ты, вот, допустим, не такой вот требовательный, может быть, как я, и так далее, да? Однако ты все-таки выбираешь аналоговый формат. Разумеется, конечно. Так. То есть все-таки планка наивысшего качества. Абсолютно. То есть либо лента, либо винил. Или в дальнейшем еще, Денис, планируется, может быть, на фирменных каких-то компакт-дисках выпускать этот альбом. Этот именно? Да. Или вряд этот ли. Останется... Нет. То есть этот останется только на виниле? Этот останется только на виниле. Более того, он, конечно, не то, чтобы на 100% это коллекционное издание. Нет. Но отчасти где-то да, потому что диски все эти номерные. Вот здесь вот есть уникальный номер. Вот у тебя здесь, у меня точнее, в руках, это 006. Угу. Тираж 500. Всего 500 пластинок. Но это шестая, так сказать... Понятно, есть еще первая, есть последняя, но в этом тоже уникальность. Я говорю, что отчасти это, может быть, даже рассматривать как коллекционное, потому что они пронумерованы все. Ну что, замечательно. Ну, пару слов, Денис, о твоих будущих планах. А планы, они всегда одинаковые. Играть любимую музыку, играть в лучших традициях рок-н-ролл, но как-то так... раскрываться в дальнейшем желание не пропало отнюдь. И не думай, что будем затягивать, будем писать еще альбом. Не знаю, что это будет. В планах записать альбом. Очень хочу записать, очень люблю военные песни. Вот тоже инструментальный альбом, вот с такой темой. Ну, есть еще, не буду сейчас выдумывать, но так, много же в голове всяких идеи проносится. Ну, то есть регулярно. В ближайший год, может быть, чуть больше, мы увидим еще один релиз. Я надеюсь на это, конечно. И надеемся, что он также будет аналогом. Да. Ну что, спасибо большое, Денис, за представление. Вот и тебе, Петя, спасибо. Альбома. Очень рад. Вот, всегда рад и тебя видеть, всегда рад видеть и вот эти новые издания. Ну, я рад всему, что выпускается и записывается на смарт-аудио, но винил, это прямо вот очень хорошо. Класс, я рад. А вам желаю побольше, как я всегда говорю, аудиофильского безумия, ну и, конечно, поскорее стать обладателем вот этого замечательного... Приятного прослушивания. Винилового пласта. Пока.